Есть. Да. Да. Так, Как его? А мне, да?
сейчас в разминках. После этого я скажу, кто качается, что кто делает приемы, кто что делает. Так, на право, 12 кругов, бегом марш. Правым боком, левым. Юля, включи там свет, пожалуйста. Петре, давай. Мучи девочек. Так. Хорошо. Пошли, вращение.
мельницу, разогреть кисти рук, разогреть. Так, никто не видно будет, кто будет. Паша, Паша, Петя. Мельница, колени разогреваю, махи ногами шпагат, туловище, вращение. Вращение туловища. Так ты говори, Петя, чтобы они знали, что подачку или чисто. Ты должен раз, и нужно знать, что делать. Каждое упражнение по 15-20 раз. Один раз Никита забежи, один раз. Сзади сюда и все. Перемыкаешься. Петя, я не вижу, что никто не видит. Там все стоят. Здравствуйте, коллега. Говори, Петя, в одежке, в одежке. Не слышно. Нет, сбегает. Такие суммы, он раз и сбегает, ты меня потом. Ну. Никита, что с тобой? Пошли. Я зашел. Он же не принес сколько, я уже их купил. А, Андрей, у тебя нет 100 мест сейчас? Ну что там, оказывается, вот дверь вот так идет. А раз, я там, ну, порог отбил. Для чего у нас там место, если у вас там железо? А? Так я вверху сниму, где дверь открывается, а это прямо, а это вот так стоит. Здесь немножко сниму и здесь. А что делать? Я пилил. Пилите, Шура, пилите. Если бы она маленькая, я бы снял бы. Можно было закрутить. А так там вот такая. Пол двери. Может, получился? Так нет, я думаю, порог. Нет, пилил. Лучше стало, но немножко. Лучше. Я не мог. С трудом открыли. Надо. Раз. Потом, наверное, думаю, порог. Я взял порог вытащил. Оказалось, что нет. Где моя кофта? Что? Где моя кофта? Что? Кофта. Я взял. Да. А ты что, ушел? И сам ест. Ну? Еще. Мы будем идти в волейбол? Нет. А почему? А что, Андрей, ты там? А я хотел. Что-то хотел? Я вроде бы отнес. Ну, петля. А что за? Помогайте Пете проводить. Он ничего не хочет. Смотри, вторник, среда, четверг, все пятницы. Понедельник, среда, пятницы. Я сама буду. Может быть, 7 уроков. Эти придут 300. Да. С этими уроками, ну уже ладно, я не буду ничего менять, останется. Так, стоп, Мате, давайте так, сейчас вы делаете, Петя, Лилию и Максим, страховка назад, 8-12 раз, высокий фартер, перекаты с спинга-дрябка, падение вперед на руки, то есть это получается вся страховка. Пожалуйста, Аджина. Смотри,
Вперед, а потом десятый. Посмотри, он не может правильно делать, потом перейдет. Дима, не бей, вдруг там кто-то будет лежать. Хорошо, а он что-то неправильно делает, Дима. Значит, у меня сейчас такая просьба. Значит, покажите им страховку кувырком вперед через плечо. Сейчас я вам покажу. Значит, отсюда. Видите, нога. Сюда, 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 голова, нога сюда и перекат. А ну ман. Под ногу. О, вот так как ман сделает. Да, да, да. Стенка дряпка. 8. И теперь аккуратно. Петь аккуратно. Мат, ты их заставь делать. Их заставь делать. Посмотри, чтобы они правильно. Кумома. Растоговели кумома. Как ошумена под женой. Наоборот, наоборот, наоборот. А, и так можно, и наоборот. То есть под ногу. Так. Капа, капа, капа между ног. Хорошо, стоп, Мате, сейчас смотрите. Вы сейчас смотрите. Значит, они что должны сделать? Перекат со стойки. Они делали с высокого партера, а сейчас так. Раз, два, потом становятся на колено, рука сюда, оп, перекат, и нужно встать. Да. Итак, спинка дряпка. Встали. Значит так. Аделиночка, ты делаешь, смотри. Кисть сюда. Сюда. Зачем он сюда? Ты делаешь шаг, перекат сюда, шаг сюда. Учитывай, Петя, учи его. Стой, Артём, ты ну-ка. Иди сюда, а ты не Артём. Иди сюда. Вот здесь. Ты делаешь сюда, 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 сюда. Шинуй, на колено. И потом перекат. Здесь стоишь, я встал. Ты здесь, вот так. Что вы завязываете с реально пуговицами? Лицо к нему. Еще раз показываю. Еще раз показываю. Еще раз. Шаг. Приставной. Дальше садимся на колено. На колено. Рука. Рука. Сюда. Сюда. И перекат. И встаем в стойку. Вот. И в стойку сразу. Ладно, чувак. Пошли. Оп, стой, стынга, оп, стой, дряпка. Пошли, уно. Давай.